отдохнуть и порадоваться жизни. В субботний день муромлян ожидала первая праздничная программа в обновленном парке имени Юрия Гагарина. Всех, кто принял непосредственное участие в большой командной работе по реконструкции детской зоны отдыха, лично благодарил глава округа Евгений Рычков. Не остались без внимания и победители окружного детского конкурса у парка Гагарина второй день рождения. Подробнее в сюжете. Мы верим, вернувшись из полета, зайдет ко мне Гагарин на часок. И осторожно, как живое что-то, положит на ладонь звезды кусок. С детской непосредственностью и чувством большой ответственности, возложенной на них, в своих стихах маленькие муромляне поведали о самом главном – о счастливом детстве, интересных встречах и развлечениях, которые ждут их в обновленном парке. Мы в парк Гагарина теперь придем играть с семьей. Для всех найдется место здесь, ведь парк такой большой. За проявленную творческую активность победителям конкурса вручали памятные подарки. Ведь именно для них и был разработан и реализован проект реконструкции Гагарина. В первый праздничный день в парке чествовали людей разных профессий. Работали здесь сутками многие из них. С утра до вечера, ночью, днем. Поэтому я думаю, что заслужили нашу с вами благодарность. Глава округа поблагодарил всех, кто поддержал его инициативу. Строителей, архитекторов, рабочих разных подразделений и многих горожан, принявших участие в коллективном обсуждении проекта. Администрация округа Муром выражает благодарность Мионову Николаю Николаевичу, индивидуальному предпринимателю и его коллективу. С первых же дней работы парка мальчишки и девчонки с успехом начали осваивать новые игровые комплексы, пробовать свои силы на скалодроме, участвовать в веселых конкурсах и интерактивных программах. Парк пришелся по душе не только малышам. Нам парк очень сильно понравился. Тут построили очень много аттракционов и можно повеселиться. Мне и моим друзьям 12 лет, и нам тоже интересно. И еще неизвестно, кто был счастлив больше, ребятня или их родители. Это хороший парк, везде можно возить. Очень красиво, вообще неожиданно, потому что я помню, когда он еще был такой заброшенный весь. Очень было жалко, что пропадает такое красивое место. А сейчас все есть, радость детям, спасибо вам большое. Безопасные горки и качели, детские тренажеры, рассчитанные на разный возраст, удобные дорожки для прогулок. Устроители парка предусмотрели многое. У меня две дочки, одной 3 годика, другой 3 месяца всего. И, конечно, очень приятно следить за старшей, как она бегает здесь, играет. И очень удобно также возить маленькую по всем этим дорожкам и площадкам. Чтобы сделать фото с легендой парка «Большим белым медведем», люди ждали своей очереди. Многие из взрослых участников праздника вновь окунулись в детство. Я сама в детстве гуляла в этом парке, помню этого медведя, а сейчас как сделали, просто замечательно стало. Еще можно сделать летнее кафе, попить газировки всей семьей, угостить пирожками детей. Напомним, что Гагарина стал еще одним парком, реконструированным в рамках проекта главы «Парки возвращения». Год назад горожане также торжественно открывали после ремонта парк «Молодежный». Теперь Евгений Рычков предложил муромлянам решить, какой же парк следующим войдет в программу и получит новую жизнь. Свои идеи глава Мурома попросил направлять ему на сайт. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.